Всем привет! Сегодня получил новую лодочку, называется BiteBot 4. Заявленная длина 6 метров 10 сантиметров, четырехместная. Не утерпел, сегодня же спустил на воду с мотором Микацу, четырехтактным, 5 лошадиных сил. И с пассажиром, с одним, вот, без груза, проверяли ее на скорость. Получилось, что полный газ примерно 19 км в час, средний газ где-то 13-12 км в час. Вот. В принципе, скоростью я доволен. Ожидал, что скорость будет меньше. Вот. Пробовал на ней плыть и сидя на скамейке, и лежа. Лежа оказалось даже удобней. Если сделать удлинитель румпеля, будет вообще прекрасно. Так, дальше. По самой лодке что понравилось? Понравилось, что много ручек, где ее можно схватить, чтобы поднять, вытащить на берег. Вон там вон ручка, сзади две ручки, спереди ручка. Все познается в сравнении. У меня до этого, ну не до этого, а сейчас у меня тоже есть катамаран от вольного ветра. Вот, то есть там сложнее его вытаскивать, конечно. Что еще понравилось? Вот эти клапаны воздушные. Большого сечения. По сравнению с катамараном, где маленькие трубочки, это прям накачивать намного, намного удобней. Дальше, что еще понравилось? Вот есть крепежное место для вещей на резинках, удобно. Удобные места для хранения весел резиночками. Вот тут вот крепится весло. И с другой стороны. Очень удобно. Повороты входит хорошо. Самое главное — загружать ее равномерно, чтобы форма корпуса не менялась. Но мы, правда, накачали не сильно. Так, еще нюансы какие. Сегодня пришла в транспортной лодка. С виду была упакована хорошо, но тем не менее, пока транспортировалась, упаковка, мешок и полиэтилен протерлись и протерли до дыр прям новую сумку, в которую была упакована лодка. Да, немного неприятно, правда, было, что новая вещь уже протерта. Так, кстати, про сумку. Очень классная вещь. Вот, в тайм-триале сумку сделали как надо. Она хорошо утягивается и довольно просторно распахивается для упаковки. Вот, у вольного ветра я один раз ее использовал, или два, и больше перестал ей пользоваться, потому что сложно запихнуть. Тут же все намного проще. Она утягивается, и все в нескольких направлениях. Еще понравилось дно. Довольно ровное, на удивление. Я думал, будет такое сильно ребристое и неудобно сидеть. Нет, удобно. И причем оно довольно-таки высокое, толстое. Цвет у меня стандартный. Заказывал с усиленным дном. И с дополнительными баллонами, дополнительными отсеками. То есть у меня тут получается 5 отсеков вместо 3 стандартных. И дно из ткани 1100 грамм на метр квадратный. В принципе, я доволен за эти деньги. Прям сегодня испытывал и радовался. Это самое главное. Ну что, в будущем через пару дней планирую сплав по реке, километров 50, а может быть и на 100 замахнуть. Ждите новые видео, буду рассказывать. Все, всем спасибо за внимание.